Всем привет, дорогие друзья, с вами Мишвили, мы играем в Shop Titans. Да, игрушку у нас продаем, продать. Ну, можно, кстати, повысить цену, продать на изитих. Да, все будем делать так же, как обычно. Повышать наш город, опять повысить цену, продать. У нас есть, блин, че? А, отказать. Ну ладно, мне нужна твоя помощь. Хочу пожертвовать сироту при храме несколько шлемов. Слишком обожает играть. Ну и полезно в смысле обучения будет. Полезно те топоры. Так, нужно 9 шлемов. Подожди. Давай подождем. Кстати, 9 шлемов. Это надо создать 9 шлемов. Раз, два. Давай пока 13. Путник, я ни в чем не откажу. О, готово. Можем 66. Ох ты, кританул, смотри-ка, убил. Хотя у нас она слабенькая. Ну, забрать все, конечно. А, забрать. Да. Забрать все, то есть найди меня, что найди. Интересует самое лучшее, тогда по адресу. Угу, либо 2,5, либо то. Угу, понятно, здесь всякая фигня дается. Так, приключения. У нас, считай, в путь. Да, исследовать. Пока, пускай исследует. Да, 20 минут. Чувак, а одна-то отдыхает, по-моему. Вот, а это как раз исследует. Готово, сейчас давай еще. Повышение стоимости, ух ты. Исследование, давай-ка. Где у нас? А вот, сколько их? 3? Пока. Так, вот этот. Повысить цену. Продать. Изи-пизи. Можно даже поболтать был. Не стал я заморачиваться. Сколько путников-то? Давай-ка. Сколько там? Раз, два. Еще надо. Давай. Настойки пусто? Да, чувак, настойки пусто. Но... Поболтать. Успех. Повысить цену. Продать. Так, нельзя. Нам по 15 секунд уровень 3 уже. Ух ты, нормально. Я не знаю, как этим пользоваться. Ну и не пользуюсь тогда. Вали отсюда. Так, кстати, завершено. У нас повышение. Вот, у нас теперь побольше стало. Чтобы забрать. Превосходные шлем. Так, все, ладно, ребят. Продать 9 шлемов. А, превосходный шлем будет отдан? Нет. Надо простой шлем сначала. Ой, один даже. Сколько там? Сейчас будет. Давай. Вложиться в железный рудник, чтобы, типа, он побольше был. Путник, я ни в чем не откажу. Так, давай-ка сначала продать. Вот, благодарю тебя, береги зло. Когда-нибудь идет. Монета аргона. Почти как краска. Подождать. Так, у нас поболтать можно с тобой. Че, хватит? Вот, повысить цену и продать, братан. Все у нас не просто так. Так, давай-ка вот эти две создадим по минутке. В наличии, что ли, нет? Че есть, бери, братан. Идеально. А, ну все. Поболтать? Нет. Ну, продать. Косарёк-урёк-урёк. У нас получается что? Редактирует расширение. Есть мебель. То есть у нас стол. Стол у нас что можно? Стол. Кстати, это стол. Ну, тоже наш. Вот. Может быть, его вообще вот сюда вот закинуть. И вот эти вот тоже сюда развернусь, повернусь. Вот, сюда закинем. Эти тоже стол сюда, наверное. Знаешь, распределение прям именно стоек должно где-то примерно так повернуть. Вот, стойки. Да, и вот сюда вот выложить. А эти пускай... Короче, здесь вот так вот. Какая разница?
Так, а продажи. Где у нас будет продажа? Ну, приходит тоже нормально. Путник, я ни в чем не откажу. Эй, нет, в углу не будет. Вот так вот давай поставим. Посередине. Готово. Так, ну, тебе нужен тест. О, кстати, а где это он? Продать. Ладно. Продаем. Готово. Ух ты, третий уровень. Смотри, кто же. Повышение стоимости. Вот. Изи, как хорошо. Так. И у нас есть рубаха, да? О, можно, кстати, вот эту аэро сделать. Две. Чтобы они здесь... Вон она на столе, видишь? Если теперь есть у нас на столе тоже что-нибудь. Так, и... Готово. Вот, готово. Так, и пока еще тоже. Давай-ка кинем, наверное. Ник, я ни в чем не откажу. Ну, сейчас выбор у нас побольше. Редактируется инвентарь. Давай, мебель. То есть, по факту, у нас вот этого еще нет. Во, сейчас даже расширяются потихонечку полочки. То есть, мы повернуть, развернуть. А, нет, у нас есть она, да? Это вот получается... тогда... Манекенные полки, стол, все есть. Здесь у нас что нету. Все есть. Сундучок. Сундук больше хранилище, как пусть является. Угу. Ну ладно. У нас пока можно стойки. Кстати, можно еще ресурсы тоже. 5000 стоит. Косарь. Давай манекен еще один закинем. Прямо вот сюда. Да. Конечно. Вот они прям рядом, чтобы были. Два манекена стола. Это сюда. Все, готово. Так, готово. Что ты хочешь продать? Давай продадим. Ты что, продадим? Конечно, все продадим. Ребят, так, и давай-ка рубаху еще. 12 секунд. Наш 6-й левел. По сути, у нас уже нормально. Мы уже напродавали, расширили. А максимально, что это такое. А у нас статик. Нагрудник. Что нам вообще? Так, вот этих вот. Ты, может, сейчас повышение стоимости будет. Поболтать. О! Продать, повысить цену и продать. Вот. Давай-ка, сейчас получается, что нам не хватает, да, по-моему, 5, да? Сколько у нас сейчас как раз вот будет. Пока мы кинем... Не метательный нож. Вот это вот закинем все равно. И вот это пока. Здесь пустые столы, что вы смотрите? А стойки пустые, ну конечно. О, продолжи. Шлем воина. Сейчас у нас его является шлем воина. 12. Кстати, видите, еще в свиток исследователя. Меч сквайра. А, смотрите, у меня еще меч сквайра. Ну ладно. Давайте тогда используем еще. Раз, два. Так, ты у нас что, 30 повысится? Может, поболтать что-нибудь. Сойдет у меня на болтовню? Продать. Yes! Уровень 7. Открытый еще у нас. Так, меч сквайра. Поболтать, может, что-нибудь. Удачно будет. Повысить цену и продать. Все, изи-пизи. Так, редактировать. А, кстати, нет, надо сначала... Во! Так, это получается у нас что? Так. У нас уже что-то открыто было сейчас, да? О, кстати, надо вот это вот создать. И у нас... И вот это. Так, что? У меня тут партия железа на твой ножа выберешь. Не хочу. Ладно, что, пускай подожду. Железо, в принципе, мне сейчас и железо, и все вот это дерьмо я сейчас создам. Мне хватит.
Даже вот так вот. И пускай мы еще один шлемчик такой дорогой кинем. Вот. Пускай смотрит. Так, у нас получается что, мебель? У нас появилась новая декорация. Ну, декорацию будем украшать, например, все потом. Да. Мы успеем пока красить наш магазин. Не сейчас. Вот, продать. Поболтать. Повысить цену. И продать. Изи. Так, окей, мы на стол закинули. Сколько надо там? Вот, точно сделал. Давайте, смотрите, наблюдайте. Кстати, иногда даже... А, вот эти стойки нужно две мечи. Два меча еще создать. Ну, у меня нету, по-моему. Как раз... На мечи, да, нету. Ну, тогда перчатки сделаем. Продать. Поболтать есть шанс? О, продать. С тобой поболтать. Нет. Повысить цену и продать. Касальчик мы новый заработали. Все, зашибись. Угу. Даже энергию дали. Ему понравилось. Молодец. Понравилось. Сколько надо-то, кстати? Что у нас? Шлем воина больше не в закладках. Он должен в закладках быть. Вот, меч и... Давайте пока этот есть. О, продать, повысить. Понизить цену. 420. Продать. Поболтать. Эх, ска. Повышение стоимости и дали 2 чертежа. Все хорошо. Перс, кстати. У нас перс повысит навыки. У нас получается навыки легко. История. Кстати, можно. Скоро будет. Сведения. Только само умение или повышение требует вот этих вот героя. Брать экипировки, экипировать. А у меня ничего нет больше? Экипировать. Силу предмета. Навыки. Кстати, оптимизировать. О, можно еще его экипировать. О, навыки. И медаль. Пока ладно. Пускай она тут бегает. Так, о, мне можно создать что-то. Я просто заснул. Нет. Так, что у нас наплечники? То давай, наверное, вот два меча, наверное, создадим. А, поболтать. Продать. О, повысить цену. Продать. Повысить цену. Продать. Два меча. О, рыцарский меч тоже, смотри-ка. 9, либо за 49 тоже делать. Уже очень много открыли всякого дерьма. Кстати, редактировать. Не, расширение у нас сколько стоит? 30 тысяч. Расширение мы успеем еще. Но пока расширения хватит. 16. Стол по полке. А сколько можно вообще полок? 5 тысяч. Нужно ресурс. Нужен корзин для ресурсов. Чтобы мы... Это должно быть имя. Так, мне нужно что? 8 рубах. Ну, подождается. Пускай она подождет. Так, ты, наверное, продать. 8 рубах надо создать. Каких рубах? Вот этих рубах. Раз, два. Либо 100. 2,5. Вот, по 3 человека. Болтать. Повысить цену. Продать. Рубахи так и будет. Ну, подожди, в закладке, я себе в закладке. Там можно будет вот так вот сделать, и все. Ему понравилась моя менюшка, я не знаю, как использоваться этим. Зря вообще.
Так, поболтать, продать, все, зашибись. Так, раз, два. А, ресурсов не хватает, надо сколько, 8? Жалко, а ты чё? Сюрприз для тебя, шишек? У меня шишки, иди отсюда со своими шишками. Так, у нас получается, мы можем с ней поболтать, и минус будет. Вот. Продать. О, кожаный доспех, хорошо. Главное, этих уже есть. О. Блин, а что это подтвердить? То есть мы... А, мы типа на открытие сделали, да? Вот. Вот эти вот. Идеально. Идеально подходит. Повысить цену. Продать. Так, вот этот. Ух ты, самодельный. Забрать. Даже забрать. Может, ей сейчас мы оптимизировать? Нет? Ну, вообще не хватит. Идеально. Ну-ка. Самодельный меч. Эпическое. Нормально, такие мечи, прочный шлем. Так. Рубаху еще две надо, рубахи, да? Еще одну. О, самодельница. Конечно, повысить цену. 400 продать. Так, теперь мы можем... А, для улучшения должен 10 левел. Жалко. Сколько у меня рубах? 7. Ну, давай еще наручи накинем. Надо 5000, да, наверное, для расширения своей. Вот так. Продать. 100 рублей, до свидания. Спасибо. Периодически будут приходить эти люди со мной. Говорится, о! Со мной будут встревать в перемирие, в передрагу и так далее. Ладно, ребят, на этом все, в принципе. Я немного поторговался, сделал хорошие выводы, наверное, так сказать. Теперь жду, когда у меня в поход, наверное, уйдет еще одно приключение. 25 тысяч. Идет с приключений, потом мы тоже шабанем ее и так далее и тому подобное. Это все, с вами был Швиля, до новых встреч, пока.